Так, ребят, всем привет! Добро пожаловать на наш канал. Сейчас мы идем с нашими покупателями, которые... Сколько? Год назад, наверное, прошло. Чуть меньше года назад купили квартиру в ипотеку в черновом варианте. Сейчас я иду посмотреть, как они сделали ремонт, и уже они выставили ее в продажу с ремонтом. И сейчас, собственно, можете с нами все это дело пронаблюдать. Так выглядит подъезд, холл даже, да, наверное? Хотят построить дом, ребята, да? Вы, кстати, их помните? Может быть, они отзыв нам оставляли? Было дело. Сейчас я кусочек, кстати, вставлю, пока вот на лифте будем подниматься. Получается, они что у нас? Купили квартиру на переулке Рабочем, да, в жилом комплексе комфортный. По деньгам не знаю, Женя вела там всю сделку. И плюс привлекали ипотечные, да, средства. Правильно я понимаю? Да, все верно. Поставили сейчас на меня доверенность, съездили. В общем, я 25-го забираю вообще уже готовые документы. Так, смотрите, мы поднялись на 10 этаж, вот так вот выглядит подъезд, холл, как хотите его называйте. Выглядит симпатично, здесь у нас декоративная штукатурка, вот здесь сосед флаги вывесил, да, видимо, это после Олимпиады. Мира. А, FIFA. Так, ну и заходим в саму квартиру. Я, наверное, сейчас передам слово Игорю, все-таки он здесь занимался самостоятельно ремонтом. Очень так щепетильно к этому делу отнесся, и ремонт, как утверждает Игорь, очень качественный. Расскажи-ка нам все по полочкам тут. Ну, мы старались, в принципе, вот для себя. Угу. Ну, долго я рассказывать не буду, что мы заходим. Здесь у нас плитка под плиткой в коридоре, и в самом деле у нас теплый пол электрический, с регулятором, все работает. Угу. Напольное покрытие качественное, дверь. Зеркалом здесь у нас количество автоматов, там УЗО, дифференциальный автомат, все получается. Здесь Wi-Fi роутер должен подключиться, еще одна коробочка будет. Mm-hmm. Так, потолок натяжные, да, потолки? Натяжные потолки, да. Mm-hmm. Здесь у нас обои под покраску, краска хорошая, mm-hmm. все можно мыть. Во всей квартире краска моющаяся, угу. Качественно. Здесь у нас не хватает двери, вот дверь в пятницу поставят. Дверь, да, в пятницу поставят, то есть все, вот дверь это все приберутся. Поставят, доклеим плинтус. Игорь меня просил, в общем, не снимать, пока все он не доделал, но я настоял, потому да, что завтра улетают. Не люблю незавершенные варианты, но такой вот момент. Что угу. здесь? Ну, сантехника такая, там, рокот, да, там, кто знает, тот понимает, смеситель Гроя. Угу. Душевая кабина, здесь бойлер еще мы установим, угу. под горячую воду. Так. Угу. Ну, доводчик. Такой вариант без излишеств, но старались все сделать. Как бы здесь у нас ламинат. Теплый пол, да, лежит? Здесь теплого пола нет, здесь есть теплый здесь, пол. Да? Угу. Так. Здесь в этой части у нас все стены под покраску, угу. покрашены. Вот это у нас зона как кухня-гостиная, да? А, да. нет, кухня или как у вас? Ну, здесь еще вот как бы мы задумывали, что здесь будет такая мебельная перегородка. Угу. То есть, если нужно, мы изолировали зону. Угу. Угу. Если не нужно, то у нас единое пространство. Эта ниша задумалась как большая система хранения. То есть, угу. двери. Ну, вещей, да? Да, для вещей. Здесь... панно, обои. Угу. Я не буду там рассказывать, где они за сколько куплены. В общем, я вам говорю, что мы старались вот, для себя. Угу. Здесь у нас сделаны закладки. Вот кондиционер, один кондиционер, второй кондиционер. Угу. Вот. Ну и это зона кухни. Зона кухни. Да. Квартира очень теплая. Вот, то есть мы сделали теплый пол и конвекторы на стены повесили, вот, но, как показывает практика, достаточно будет там минимум включить кондиционер на тепло и теплый пол, это будет больше, чем достаточно. Но здесь предполагалась вот зона кухни, вот для стены кухня, здесь столик, обеденная зона. Ну, в общем, такая небольшая, уютная, на наш взгляд, аккуратная квартира, без лишних. Мне нравится. Давай, Игорь, скажи, пожалуйста, сколько по площади и какая цена? Вот, по площади у нас 39,6 квадратных метров, да,
в районе 40 квадратных метров получается. Вот. Цена на данный момент 6 200 000. 6 200 000. Да, ну а так там все условия, в принципе, обсуждаются, все вопросы к ребятам, мы им полностью доверяем. Это наши друзья, теперь уже друзья, партнеры наши. То есть если вы хотите там без проблем обзавестись недвижимостью, обращайтесь. То есть мы этим людям полностью доверяем. Вот, все начиная от покупки, проведения сделки, все было организовано и проведено вообще безупречно. То есть мы там выписали доверенность у нотариуса, и ребята полностью занимались. Мы приехали, только выбрали квартиру, и все. Даже ребята там чуть-чуть поторговались с нашими продавцами, сделали нам скидку. То есть все нормально. Спасибо за такую небольшую рекламу. Да. Сейчас на экране, кстати, появится наш сайт, оставляйте заявку. Повторюсь, то есть эта квартира была куплена в ипотеку. Сейчас уже ребята ее продают. И, кстати, немаловажно, где мы находимся, потому что мы об этом как-то забыли, да, рассказать. Мы находимся, получается, микрорайон Заречный. Это считается у нас центр города. Что здесь рядом? Ну, рядом все, что нужно для жизни, для ПМЖ, все есть. В принципе, место такое, ну, кто знает, тот поймет, микрорайон Заречный, у нас довольно-таки популярный микрорайон, и цена, на самом деле, для такой квартиры с таким ремонтом недорогая. Здесь есть этажом ниже, такая же квартира, такой же планировки, с ремонтом, ну, в разы просто хуже, и с такой же ценой. Ну, все это мы вам покажем, если нужно. Мы по этическим соображениям, конечно, не можем ее снять и показать, насколько она хуже, да? Да, ну, мы не будем там рассказывать. По какой технологии у нас там стены, да, там что там, вся технология соблюдена. Ну, Игорь мне рассказывал, там грунтов, 10 штукатурки полазили, там штукатурки, опять грунтовки, опять шпаклевки, стеклохолсты, шпаклевки, грунтовки, покраски на 3 слоя. То есть, ну, это тонкости, нюансы, просто нужно прийти, посмотреть и купить. Не купить, да. Ну, в общем-то, друзья, вот такая квартира в центре, можно сказать, 40 почти квадратных метров, 6 200 000. Торг уместен. Для сравнения, кстати, я продаю свою квартиру, 43 квадрата на Мамайке, черновую, тоже за 6 миллионов. Все, звоните, пишите, всем спасибо за просмотр, всем пока, лайк ставьте, не забывайте. Всем пока. Ребята, обратите внимание, как дверь закрывается просто. Мечта просто, как у меня закрывается дверь там с громыханием, и как здесь, как в Мерседесе, короче. Да, класс.